гранит. Его видно. И включения видны. Вот как он обработан был. Он разноцветный. Ну, блоки. Видно, что с одного места, но взяты не в одно время. Обработан, отпиленный, вставленный. Вот здесь вот крайний блок побольше, там поменьше. Вот эти вот обработки, ступени. Вот это гранитная набережная. А вот потом я покажу тумбы, про которые мы вчера говорили с Игорем Гусевым, возле Спаса на Крови. Вот такой красивый мост. Вот здесь видна ручная обработка. Выбоины, неровности, шероховатости. И вообще эти блоки обрабатывались, их видно, как они обрабатывались. Вот они все неровные достаточно. А вот плиты непонятно. Или литье, или может гранит так выглядит. Вот похоже на литье. Структура вот эта. И структура вот эта. Ну, похоже, одинаковые. Еще раз панорама этого моста. И Аврора со стороны бака. Вот это гранит. Это явный гранит. Вот обработка. Достаточно кривовастенькая. Видно, что это ручная обработка. Но достаточно качественная. Вот она, Аврора. А вот они гранитные набережные. Полы разные. Ну вот, примыкание. Вот это все можно сделать вручную. Наезд. Наезд на Аврору. Ветер с ног сдувает. Ну давай, Аврорушка, уж раз мы здесь, снимем тебя крупным планом. Крейсер первого ранга. Балтийского флота. Что тебе снится, крейсер Аврора? Час, когда утро встает над Невой. Ладно, Аврорушка, до свидания. Пошли мы к Петропавловской крепости. Вот, видно, что это гранит. А вот тут, где камни? Просто как будто бы структура двойная. А вот это вот гранит.
это гранит. И блоки вот разные. Как и по цвету, и по карьеру. Вот это видно, что гранит. Он и на ощупь, и визуально. А вот плиты вот эти, непонятно, что это такое. Вон впереди Петропавловская крепость. Конкретно тебя привязали, кораблик, не уплывешь. Ресторан. А вот и мечеть. Прямо возле Петропавловской крепости. Сейчас немного отъедем, а то не могу поймать, где она. Вот она, среди деревьев. Петропавловская крепость. Троицкий мост. Вот они и атланты, а вот фигуры.
было понятно. Это Дворцовая площадь, там Александрийская колонна, а это Зимний дворец. То есть атланты их не всегда заметишь. А вон Исааки впереди. Вот спасибо Игорю Гусеву, который дал мне направление на Дмитрия Янькова. А Дмитрий Яньков в одном из своих видео обращает внимание вот на эту скульптуру, то есть показывающую рост атланта и рост человека того времени. Вот так. То есть это взрослые люди, это не дети. Вот, пожалуйста, можно высчитать пропорции. А вот и крылья, которые атланты утеряли по каким-то причинам. Вон чуть-чуть выглядывает Исааки. То есть вот, чтобы вы сориентировались. Вот она колонна. А вот они, атланты. Это не фашины, о которых говорили Игорь Гусев и Дмитрий Яньков. Вот эти связки ивовых прутьев. В единстве сила наша. Казанский собор. Кстати, крест так стоит, потому что направление, вот если вот так смотреть, то на юг. Сзади меня север. А вон там восток. То есть здание само к проспекту стоит фасадом, а крест стоит по направлению на восток. Спас на крови. Про эти тумбы я говорил. Не знаю. Такое впечатление, что они отлиты. Структура какая-то крупная. Не знаю, могу ошибаться. Вот солнце на Закомарах. Thank you.
Первое место в числе деяний Александра II занимают знаменитые либеральные реформы, самые известные из которых является отмена посадок.
Может быть, кому-то пригодится панорама. Сейчас специально вокруг обойду. Камушек этот с заборами. Вон у Петруши на башке. Нагать ему там на голову, ворона. На нем и скулы есть на этом камушке. Это вот место там зашлифовали ровно, здесь что-то не стыкуется. Вот тут интересно вообще. Да, интересно.
не хотят фотографироваться. Цену бы ломили поменьше, Петруши с царицей, и люди бы фотались.
Саня, Саня. Было предложение зайти до развалин, хотя бы так посмотреть чай или там
Вот это вот что за ступени? Может быть, именно вот эти входа, не центральные, а боковые для людей нашего роста были. Эти ступеньки были для нас? Возможно. А вот это интересно. Если те ступени примыкают, то вот эти вот ступени поменьше, как бы для людей нашего роста, они вырублены прямо. В цельном массиве гранита. И это заметно. Понятно. Вот так вмещается две ступени, а там было три. И вот здесь вот, это похоже северная сторона, не северная, так, минутку, западная, вперед на восток. Вот он, очень широкий вход, он закрыт. Такое впечатление, что это и есть центральный вход, главный, куда входили атланты. Сейчас намеренно пройду, не выключая камеру, чтобы было понятно. Какого уровня? Вот, широкие ступени. И опять же, от большой вот этой две. В той стороне медный всадник.
маленькие начинаются. Что это за ступени? Их три. Под нашу ногу. Вот. Это боковая сторона. Вот здесь ширина прохода намного меньше. Вот явно, что та была главная сторона входа. Вот. Также две ступени умещаются на одну большую. Прошу прощения за картинку, но это нужно сделать, чтобы была обзорная панорама. Вот такие как бы технологические входа. Для кого? Для кого вот эти маленькие ступени, в которых помещается три на одну большую? Это вот кассы Исаакиевского собора. Хотите посмотреть, почем билеты? Сейчас я вам покажу. Теперь эта вот сторона, здесь вообще очень узкий проход. То есть одни широкие, большие вот эти вот ступени, но это не ступени. И вот совсем узенький вход, который я снимал. Вот я хорошо, что я на ту сторону сходил. Вот этот вход для кого? С той стороны широкие ступени. И широкая, ну, по ширине, здесь маленькие ступени и узкая по ширине. Кто входил здесь? И здесь нет никаких врат. А есть вот такая вот дверь для челяди. А челядь — это мы. Интересно. Кто же вы были, атланты? На самом деле люди. Пятиметрового роста. Вот опять ступеньки. Маленькие. Вот опять ступеньки. Маленькие. Вы что, достались? А мы что, просто так набираемся? Классно. А это мы что-то просто себе оставим. Субтитры
здесь ширина соответствует ширине на той стороне, на противоположной. Вот здесь вот опять же также две ступеньки на одну большую приходится. И вот, вот такая вот ширина. То есть идентичная. И идем, возвращаемся. Здесь вот снова маленькие ступени. Вот они. И идем к тому входу, который закрыт. Но он главный. Именно с этой стороны люди, видимо, атланты, входили в храм. И по длине, вот по ширине самого прорезанного входа, прорубленного, и по величине ступеней. Вот он, явно главный вход. Вот этот. Это главный вход. Вот мы обошли весь Исаакий. Вон какая ширина. Это явным образом главный вход. И вот вернулись для контроля к этим же вратам. Кассета кончается. В любой момент может закончиться. Вот он главный вход.